Время. Время ест жизнь. Кусками откусывает, смачно облизывается, минутами забивает, секундами вытирается. А мы не каемся, а оно посмеивается, улыбается ехидно. Но Богу все видно, как мы ходим на работу, ругаемся матом, спим с чужими подругами, а женами нечасто. А мы причастны ко всему, что происходит в природе. Христос на взводе грозит вторым пришествием, цифровой плащаницею, черной зорницею. Аурора Борелис не случится, надеюсь, но поздно, поздно. Время ест жизнь. GPS-навигатор сойдет с ума, сгорит процессор, не обнаружив к храму дорогу. В общем, паутина бытовых будней. 12 апреля 61 года человек в космосе не увидел Бога.